Здравствуйте, мои дорогие телезрители канала Афонтова и, конечно, мои замечательные подписчики на канале YouTube «Голова Садовая». Сегодняшняя тема, несмотря на то, что у нас уже октябрь кончается, да, такая осень длинная, а я вам говорила, что осень будет длинная и не очень холодная. Теперь вот, глядя на эту клумбу с лилиями, разумеется, некоторые скажут, ну и что палки торчат, и что раньше не обрезали? Я всегда настаиваю на том, чтобы растению оставить зеленую массу как можно дольше. А почему, сейчас скажу. А все потому, что растение работает зелеными клетками для того, чтобы восстановить луковицы и образовать новые деточки. Потому что лилия в одну палочку цветущая никому не интересна уже на этом свете. Надо, чтобы был куст. Вот здесь лилии посажены в горшках, и вон видно, один горшок что-то вылез из земли. Но вот теперь эти цветоносы нужно, конечно, убрать. Потому что есть опасность, что если он начнет гнить сверху, то подгниет как бы там и в земле. Это никому не нужно, поэтому убираем, оставляя совсем небольшой пенечек. Совсем. Почему пенечек? А потому что туда не должна попасть влага от таяния снега. Вот когда снег будет таять вот с такой вот высоты, это не страшно, он будет растекаться. Но когда дойдет до веточки и будет попадать все время в трубочку, если она очень короткая, а он будет туда попадать, эта вода, вот это нежелательно. Поэтому оставляем пенек сантиметров, ну, 7-5, не более. Вот таким вот образом. И я надеюсь, что вы уже поняли, что я женщина очень строгая и упрямая. И я буду настаивать на том, чтобы зеленые наши цветы и растения любые обрезать нужно очень и очень поздно, давая им возможность восстановиться полностью. Я надеюсь, и пионы вы не обрезали в августе месяце, а сделали это, ну, там, где погода соответствует, а сейчас пока в России еще нет мороза, только крайний север, обрезали где-то уже в октябре месяце. Слышите меня? И флоксы тоже, потому что они еще прекрасно цветут. Цвет можно было срезать, если он отцвел, но зеленую массу оставлять обязательно. Ну, на этом закончу. Сегодня сюжет такой небольшой, но помните, вот вы их пожалеете, и они для вас расцветут. Всего доброго вам и до свидания.